У крымского политзаключенного Геннадия Афанасьева в колонии отобрали личные вещи. Об этом он сообщил в письме, рассказала на своей странице в социальной сети Facebook его мама Ольга Афанасьева. Цитата. «Пришло письмо от Гены, все личные вещи у него отобрали, он не может отвечать на письма, потому что у него нет ни марок, ни конвертов». Мама политзаключенного также призвала всех неравнодушных писать ему в колонию, указав его новый адрес ЕПКТ, ФКУ, ИК-31, УФ, СИН, России по республике Коми, 16-90-60, Усть-Вымский район, город Микунь, улица Восточная. Также она просит вкладывать в письма конверты и листы, однако общий вес не должен превышать 100 граммов. Напомним, Афанасьев был приговорен к 7 годам строгого режима по делу так называемых крымских террористов.